Медицинский центр «Атлант». Друзья, смотрите. Очень даже. Напряженные трапеции, мама не горюй. Мускулис леватор скапулы болит. Очень больно. Проверяем шею. Больно. Проекция атланта с правой стороны. Поперечная дуга атланта, капсула болезненно, прям болезненно. Очень. Сколько боль? О, десяточки, наверное, на девяточку есть. 10 это когда плачут и матами орут. Здесь. Ау! Это, наверное, на семерочку. Наверное. Здесь на 2 балла меньше от этой, да, стороны? Угу. Есть проблема с атланта оксапитальным сочленением. То есть атлант соединяется с черепом при помощи мыщелков затылочной кости, и очень часто возникает блок. Функциональный блок возникает после родовых травм, после падений, когда мы еще маленькие, дети падают с кровати, с велосипеда, с дерева, откуда угодно. И это никто не лечит, то есть не обращаются вовремя родители, и образуется застарелый функциональный блок, который нельзя быстро снять. То есть мы можем сделать манипуляции какие-то, да, мануальную терапию, но перед тем, как делать, надо функциональными тестами убедиться, что здесь все хорошо. Давим на голову. Это компрессионный тест Спурлинга под разными углами. Не больно? В руки не дает. Онемение пальцев не существует, мурашки нету. То есть мы проверили, что грыж у нее нету, в экстензе еще надавим, хорошо давим, сильнее давлю, да? Функциональный блок выявить при помощи МРТ, там, рентгенов невозможно. Есть, конечно, очень тяжелое КТ-исследование, но его мало кто делает, потому что там надо делать 3 КТ под разными углами, это очень рентгеноопасно, поэтому делают их в крайних случаях. Функциональный блок может определить врач-мануальный терапевт при разворотах головы. Мы видим сейчас, что влево хуже голова поворачивается, чем вправо. Смотрите, как сюда, да, хорошо идет, да? А сюда? Сюда хуже, и сразу здесь возникает натяжение, боль, да? Теперь мы делаем восьмерочку. И вот я ощущаю прям, как застрял поперечный отросток атланта. Вот поперечные отростки атланта, вот. Вот твой затылок, вот атлант, и вот они вот торчат вот здесь под пальцами. Прям торчат, видишь, он шире, гораздо шире, чем другие шейные позвонки. И здесь напряженная капсула, друзья. Вот здесь вот суставная капсула, она воспалена, она натянута, потому что атлант в детстве ротировался и застрял в этом положении. Буквально слово используем «застрял», то есть застрял в ротации. Сейчас сделать деротацию будет не совсем возможно и не совсем корректно, потому что пострадал мышечно-связочный аппарат и надо его лечить. Попробуем сделать манипуляцию. Выводим шею в косую проекцию, смотрим, где блок, сюда нормально, да? Выводим сюда, вот здесь проблема, делаем преднатяжение. О, боже, как она еще? Жива. Так, и сейчас смотрим, как у нас все заработало. Здесь. Это другие позвонки. У нас в шее очень-очень много суставов. И фасеточные суставы здесь сбоку. И суставы между позвонками. Это все может болеть, хрустеть, щелкать. Проверяем. Нигде не застрет сейчас. Нигде не больно? Хорошо. Проверяем повороты. Хорошо. 45 градусов сюда. Сюда. Но еще чуть хуже, да? Смотрите, друзья, это был первый акт манипуляции при помощи мануальной терапии. Сейчас мы прогреем лазером, и пока я буду греть, я вам расскажу, что это за штука.